сказать. Здесь на Земле люди пишут разные книги. Кто-то коллекционирует марки, кто-то коллекционирует значки, кто-то коллекционирует номера, либо имена. Есть красная книга, в которой записываются исчезнувшие виды растений, животных. Я читал черную книгу, в которой описывается Холокост. Но говорю не об этом. Хочу сказать о том, что памятная книга пишется на небесах. Имена людей, которые не только прошли Холокост, не только которые уверовали в Иешуа. Все ли имена записаны? Есть книга, которая записывается имя каждого человека и его дела вместе с ним. Я хочу напомнить, что в это непростое время, в котором мы живем, мы должны помнить всегда, что было в прошлом, в истории. И мы не хотим забывать то, что происходило 50, 60, 70 и 100 лет назад. Антисемитизм всегда вызывал у людей две вещи. У кого-то восторг, а у кого-то ужас. Я хочу, чтобы мы помнили о том, что людей нужно любить, как говорил Иешуа. Возлюбите друг друга. Чтобы эта любовь она была открыта для каждого человека, как и для еврея, так и не для еврея. Вы знаете, я думаю о том, что произошло 70 лет назад. Я думаю о том, что происходило 100 с лишним лет назад, когда Богдан Хмельницкий проходил Украину и уничтожал евреев. Это страшно. И также печально. Печально, что здесь, в Европе, в Восточной Европе, либо в Западной Европе это происходило. Сегодня много происходит и на Востоке. Хочу, чтобы вы присоединились к нам в молитве. Это не наша молитва, это молитва людей, которые знают Бога. По всей Украине, по Европе, в мире будет проходить молитва против антисемитизма. Фактически сказать «нет» антисемитизму, «нет» ненависти, «нет» уничтожению, «нет» боли или же, чувство, которое раздражительности против евреев. Наш народ, он избранный народ, чтобы быть светом. Мы хотим присоединиться к молитве, которая будет 1 и 2 апреля этого года, 2017. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к молитве, которая будет проходить по всей Украине, по всей Европе. И это наше время, время молитвы против антисемитизма, чтобы это больше не повторилось.